10 фактов, которые звучат как ложь, но являются правдой. Мы уже давно привыкли фотографировать любую понравившуюся нам хрень. А вы знали, что каждые 2 минуты, фотографируя хрень, мы делаем больше снимков, чем все человечество в 19 веке? Вы представляете, сколько хрени мы фотографируем? Любите кофе с молочком? А кофе с розовым молочком? Да, у бегемотов действительно бывает молоко розовым. Говорят, размер сердца можно узнать, сжав свой кулак. Но если вы вытянете его прямо над головой, как Супермен, то вы сможете проплыть через артерии сердца кита. Настолько оно огромное. Если вы когда-нибудь решитесь отправиться в путешествие по Корее из Финляндии, то пересечь вам придется всего лишь одну страну – Россию. Это кишью, а это то, как оно растет на яблоке кажу, а не внутри него, как вы могли бы подумать. Как-нибудь отдыхая на пляже, захватите с собой песочка, чтобы изучить его под микроскопом. Это совершенно не похоже на то, из чего мы строим замки на пляже. У Марио голова не чугунная. Чугунные у него руки. Именно рукой, а не головой, Марио разбивает блоки. Вот, присмотритесь. Клубника-ягода? Да нет. Вот авокадо, банан или арбуз? Да, клубника – это много орешек. Тебе нравится мед? Можешь смело закупать его впрок. Настоящий мед никогда не портится. Аляска одновременно является самым северным, самым западным и восточным штатом США. Это были 10 фактов, которые звучат как ложь, но являются правдой. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки, ждите следующий ролик и смотрите предыдущий. С вами был Хикс. Пока!